Чтобы вот понимали присутствующие, и вам скажу, что вот у нас всегда, помните, КамАЗ, МАЗ всегда какая-то волокита была. Это конкуренция. Да, а вы знаете, а сейчас и конкуренции никакой. Согласились приехать? Ну, действительно. Как будто я мог не согласиться. Мы выпускаем товары для КамАЗа, комплектующие, КамАЗ делает для нас. Должен сказать, что мы всегда это знали, но сейчас как бы, когда она... Мы все занятые люди, дел хватает и дома. Мы двинулись, не скажу, что мы уже решили все вопросы, но двинулись. Конечно. Почему? Нет? Нет, почему? Я уже мне в плюс. Разделяю ваши позиции, подходы, знаете. Вот. Но, как мы и договаривались, мы основное время посвятим подготовке к встрече в широком составе с нашими коллегами из правительства, ПКС, да, и поговорим, конечно,